В аэропорту Нижневартовска задержали вылет рейса до Тюмени. В воздушной гавани пассажиры самолета провели несколько часов. Рейс 316 авиакомпании ЮТР должен был отправиться в Тюмень через Ханты-Мансийск еще в 6 утра по югорскому времени. Воздушное судно не поднялось в небо из-за технических неполадок. Специалисты обнаружили неисправности во время предполетной подготовки. По информации от пресс-секретаря авиакомпании, пассажиры отправились в путь в 13:00 на другом самолете, который прибыл из Сургута. Таким образом, вылет задержали на 7 часов. На время ожидания вылета рейса всем пассажирам были предоставлены горячее питание и прохладительные напитки, а также другие услуги, предусмотренные воздушным кодексом. И также хотелось бы добавить, что авиакомпания ЮТР обеспечивает неукоснительное соблюдение всех процедур обеспечения безопасности полетов в интересах пассажиров и приносит свои извинения за доставленные неудобства.